Одно из главных условий приятного путешествия – это тщательное планирование маршрута. Ситуация часто усугубляется тем, что многие российские дороги отсутствуют в навигаторах, что вынуждает быть крайне внимательным и аккуратным при прокладке маршрута. А это Кабардино-Балкария, расположенная на северном склоне центральной части Кавказа и прилегающей к нему равнине. Причем горы занимают половину площади республики. Любой справочник по КБР расскажет о крупных месторождениях, плодородных почвах, богатой традициями художественной культуры и декоративно-прикладном искусстве. Но на самом деле край известен как центр туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Не найдя достаточного количества номеров в желаемом отеле, мы без труда арендовали роскошные апартаменты в соседней гостинице. Двухкомнатный люкс с персональной кухней и отдельным входом сразу пришелся по душе нашей компании. Однако один вопрос требовал ясности. Кто в какой комнате будет жить? Thank you.
кадре плохо ведешь. Ты же понимаешь, что это из-за тебя. Это я хороший. Давайте ее там закроем и пойдем пить. Давай я пойду в угол. Че вы? Я пойду пить. Камерами и фотоаппаратами. Я пойду, Анька, чтоб тебе стукнуть. Я тебе стукну. Я тебя вижу. Молодец, у тебя глазки есть. Уходи, положи подушку и все, и будь прими. Да? Да. Я тебя буду пить снова. Как страшно. Вот такой сделаешь позу. Очень странно смотрите.